регистрации только через суд какие-то вопросы. А я здесь проживаю постоянно, поэтому пропустите машину со стройматериалами, потому что я занимаюсь ремонтом. Это нарушение прямой конституции и закона. Вы обязаны пропустить машину. Нет, долги. Если долги, все решается через суд. Нет, решается через суд. Через суд решать эти вопросы. Вот все, да, через суд решать вопросы, а так вы обязаны пропустить машину.